Здравствуйте, Федюн Федор, со мной Гаранин Семен, игрок Афипского НПЗ. Команда Семена сегодня выиграла 2-0 у запрещенных игроков. Семен, как вам игра вашей команды сегодня? Ну, вполне такая содержательная игра. Ну, много борьбы, конечно, не хватает нам пока комбинации, но, в принципе, главная победа. Все максимальная самоотдача со стороны нашей команды. В общем, все понравилось, все хорошо. Все молодцы. Как-то настраивались, может, по-особенному на запрещенных игроков? В начале турнира они ударно начали и претендовали как минимум на первую тройку. Как-то настраивались, может, готовились к игре? Ну, конечно, вообще мы каждый на игре настраиваемся. Но так как уже это опытная команда, на нее был особенный настрой. Ну, после результата, в принципе, настроя. Может быть, просматривали их какие-то матчи? Просматриваем постоянно. Голы. Обратили внимание на лучшего бомбардира усталого. Угу. С ним играл индивидуально. В принципе, считаю, да, что да, получилось. Сегодня его прямо выключили, да, из, да, игры. Ну, был инструктаж, в принципе, именно на этого игрока. Играли иногда и вдвоем на него. Ну, это классно. Да. Не хватало, может, вам сегодня на поле еще? Вот у вас Эминов Семен получил в прошлом матче дисквалификацию. Да, да. Не хватало его сегодня на поле? Не хватало однозначно. Как говорится, он, как говорится, дух команды поддерживает. Да, не хватало его. Хорошо, спасибо вам большое. Все. До свидания.